Клоун с улыбкой до ушей и красным носом стоит перед алтарем со своей избранницей. Это не представление, а самая настоящая свадьба. Все по правилам, только вот жених и многие гости в не совсем привычном одеянии. Подобная церемония недавно состоялась в перуанском городе Ункая. Вот в таком образе жениха называют Чупетин. Он более 16 лет работает профессиональным клоуном. На собственной свадьбе решил предстать, так сказать, в рабочей униформе. Его настоящее имя – Уильям Рохас. Местные СМИ сообщили, что Рохас и его избранница Соня де ла Крус были вместе более 10 лет. И только сейчас решили узаконить свои отношения. Вся церемония немного похожа на цирковое представление. Новоиспеченный муж и другие клоуны смешили собравшихся. А невеста, похоже, была не против. Я по-настоящему счастлив. Сегодня я посвятил свою любовь жене как человек, как профессионал, как клоун, чтобы показать, я занимался этим так долго, что теперь мне никто не может запретить быть в таком виде на свадьбе. Gracias, colegas. Gracias, muchachos. Gracias, gracias.